Куда ты меня перевезла? Так, мы сели на автобус 506 из Анталии и приехали черти куда. Идем вот в те горы. На какой-то каньон. Очень интересно. Нам нужно туда будет залазить? Не знаю. Гувер Учируми. Я даже не знаю, как это произносится, каньон. Ну вот, тут хотя бы не заросшего. По-моему, тут у меня уже голова кружится. А если кто-то там идет по каньону? Бам. В воду упал. Плес был. Там есть вода? Это кто был? Наверное, змея. Слишком длинный хвост. Вау. Я тебе беру, ходи под ноги. Еще какой-нибудь скорпион вылезет. Так, я по камушкам. Давай палку туда посуем. Ты чего? Ну, че? Да вот прям палка. А, это коробка. Зачем? Не знаю. А есть змеи, которые подпрыгивают чуть-чуть? Понятно. Вот еще такое дерево. А там еще и еще и еще. То есть собирали, я так понял, смолу. Потому что куча засечек и срединная идет до самого низа. Как каучук собирали, так и смолу. Ну, этому дереву я не знаю сколько лет. Лет 200, наверное. О, мы вышли к цивилизации. Где цивилизация? Дорога. И я слышу песнопение. Мечеть. Если потерялся в лесу, иди в мечеть. Ну тут где от каньона твоего ничего не осталось уже. Он заросший внизу. Вон исток его видно. Да, вон, смотри. Можно спуститься прямо. О, можно спуститься и пойти вдоль туда, где высоко. Угу. Правда? Да, конечно. Я не пойду. А почему нет? Ну хотя бы чуть-чуть. Это тот каньон и есть? Да. Он такой этот низенький? Да. О, давай спустимся. Ну, а смысл? А когда мы походим по каньону? В смысле, смысл? Ты думаешь, он везде такой гладкий, красивый, что ли? Ну, по-любому, выбоины всякие. Озера, там, реки, вон вода. Ну, посмотрим хотя бы. Ты чеканушка, ты 2,5 часа будешь туда идти. Господи.
Наташа, расскажи про это место. Мы шли вдоль каньона. Пришли к кладбищу. Ну это же не точно. Или точно? Ну ты видишь там? Ну вон я вижу, как Могилёва. Вон, это разве не могила? Угу. Нормально, чё. Погулять. Веселенько как бы. Класс. Классно. Хороший маршрут, рекомендую. Туристический такой вполне себе. Чтоб народу. Да, только лежат. Что такое Д? Дата? Жи, что, 1310-1959 год, что ли? Смотри, там табличка даже есть. Там какая-то ползает. Это чё? Это чё? Не знаю. Я не знаю, что это. Но оно большое. По размерам, не знаю, скака или ёжика. А где оно? На щипалку. Это черепаха! Это правда? Вон он, возьми ее! Где? Вон! Ты возьми, я подержу. Они... Нет, они трахали. Две, две нет, они же спаривались или дрались. Они дрались, наверное. Или спаривались. Возьми, я подержу. Ты двоих, что ли? Это забор от черепах, чтобы они не жрали ничего. Брать? Да. Ну, здравствуйте. Тук-тук. Что, давай этим? Кто быстрее? Кто быстрее? Ну, это побольше. На немецкие каски похожи. Тюрали будете? Там курочки. А, курочки? Сено для коров. Смотри, сколько сена. А, смотри, сколько гранат. Где? Что они за забором? Я хочу. Они прямо они на землю уже упали. Да, и курицы. Их вообще тут никто не ест. Почему в Турции не едят гранаты? Люди их топчут, они валятся. У меня слов нет. Давай зайдем. Ну, пацана, попроси этого. Вот там уточки. Нет. Я слышу га-га-га. Вон они. Здравствуйте. Ути. О, смотрите. Добыча. Я добыла его. У нас есть еда!